Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в станицу Натухаевскую, которая находится в 24 километрах от города Новороссийска, чтобы познакомиться с этой станицей. Едем по улице, которая ведет в Новороссийск. Это главная улица. Вот мы свернули на улицу Мухина. Гуляют курицы, петухи, фривольно, станица, сельская жизнь. Вот так вот здесь живут местные жители. Такие вот домики. Это газовые трубы такие тянутся, получается? Да. Ага, газовые трубы. Вот это дома! Улица Котовского. Вот это коттеджики. Вы посмотрите, как богато. Едем по улице Горбатова. Смешно. Смешное название. Мы даже посмеялись. Едем по улице Горького. Очень чистенько все, действительно ухожено. Деревца около домов посажены. Вы представляете, вот сейчас скоро все расцветет, будет зелень. Очень красиво. Такие аккуратненькие домики. Есть, конечно, и большие дворцы. Есть и старенькие, и новенькие домики. Видите, вот как сразу преображаются улицы, которые там с асфальтом или с бетоном, как вот здесь вот. Новые коттеджи, двух-трехэтажные. Свернули на переулок Крайний. Очень красиво, вот, действительно. Дома один другого краше. Какие-то еще, конечно, в этапе строительства, но в основном люди живут. Я, кстати, не заметила вывесок с объявлениями «Продаю дом». В Гастагаевской, когда мы ездили по улицам, мы заметили, что очень много вывесок, где говорится о том, что продаются дома или строятся дома, а здесь я не заметила таких вывесок. Земля выделана какая-то? А какая? А, каменистая? Тут потому что горы, наверное, такая почва. Сточные канавы, да, вода в них. Ага. Значит, сильно дожди идут, да? Улица Курганная. Едем по ней. Ну так домики очень компактно размещаются. То есть участки небольшие. Можно сказать, что сосед соседу дышит. Вот, например, тоже дома достаточно близко друг к другу находятся. Напишите, какое ваше впечатление от улиц станицы Натухаевской. Меня впечатлило. Впечатлила ухоженность улиц. Ухоженность придомовых территорий. Я смотрю сейчас на карту, и написано, что здесь находится парк живой природы Додо. Видимо, вот здесь вот. Что это, я, честно говоря, без понятия. Кто знает, напишите. А вот здесь, напротив этого парка, новые коттеджи строят. Причем много коттеджей строятся. А вот и парк живой природы. Прямо в станице Натухаевской. Вернули на улицу Ворошилова. Ну да, много где именно забетонированные, либо асфальт.
старенькими домиками стоят и вот такие вот дома. Что касается Натухаевской, то я ее не часто слышала, чтобы ее упоминали. Гораздо чаще говорят про Гастагаевскую. Хотя Натухаевская это новороссийский, это гораздо ближе к портовой зоне, где больше работы, как я считаю, чем в той же Анапе. Хотя видно, что станица вот эта вот гораздо меньше, чем та же Гастагаевская. Гастагаевская очень такая раскидистая. Здесь все более компактно. Я не говорю, что как бы она маленькая, эта станица, но более такая компактная. А это уже предпоследние улицы станицы. И здесь тоже вот такие новенькие домики встроены. Газ проведен, посмотрите. Это, конечно, не последняя улица, прям там еще есть дальше, но здесь, например, уже нету ни асфальта, ни бетона. Сворачиваем мы на улицу Калинина, выезжая с переулка. Здесь с обоих сторон уже идет газ. Конечно, вот улочка только посыпана щебнем и все, тротуарчика нет, но везде стоки, на это мы обратили, конечно, внимание. Такие же стоки, например, мы видели в Горячем Ключе, в городах, которые находятся рядом с горами либо горными городами, стоки повсеместно. Это как необходимость, потому что без таких стоков улицы просто поплывут, потому что в воде нужно куда-то уходить. Поликарбонат, арматура для строительства, да? Пятерочка, фитнес даже есть, ничего себе, станица фитнес. Фрукты, овощи, аптека. Здесь, я думаю, рынок и находится у них. Рынок, да, похоже. Агрокомплекс, Почта России. Остановочка вот. Новороссийская как раз стояла маршрутка. Продукты, магазинчики. Так, смотрим. Ну да, это центр станицы Натухаевской. Школа карате. Даже какой-то либо садик, либо ДК. Вот и церковь, которую мы издалека заметили. Рядом тоже похоже на садик, наверное, или школу. О, как здорово! Похоже, это новый стадион. Ну, неплохо, неплохо, да. Огорожен. Ну, огорожен, да, детская площадка. Ну, видно, что новый, еще в процессе строительства. Это радует. Ну, да. Ну, видимо, да, здесь рядом вот школа как раз, и рядом при ней стадион. Вышла я с машины, решила вам показать вид. Мы находимся наверху и внизу. Внизу находится другая часть станицы Натухаевской. И горы, высокие горы. Вот на такой вот местности и стоит станица. А мы ездили вот с вами, вот там вот, где вот эти вот дома находятся.